2014 год. Луганск. Полдень. Солнечный летний день. Жизнь в городе кипит. Ничего не предвещает приближающейся беды. На часах 14:55. Сначала пролетел один самолет. От других таких полетов этот отличался тем, что самолет пролетел очень низко. Следом за ним второй. А потом взрыв. Крики, плач. Погибли 8 человек. Трое мужчин и 5 женщин. Осколочные ранения получили около 30 человек. Некоторые из них были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. В памяти отложилось все до мелочей. В тот день в Луганске закончилась Украина. Впрочем, как и для Украины, закончился Луганск. Трагические события этого дня навсегда изменили жизнь жителей Донбасса. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто 8 лет назад погиб от бесчеловеческих приказов украинских властей, и тем, кто героически защищал родную землю.